И всем привет, с вами я, Диджок, и сегодня это мое, ну, выживание в Майнкрафте на версии 1.5.2. Так, ну что ж, поехали. Так, я сделал, чтобы, ну, здесь был двуличный сундук. Вот он, забираем его с собой, он нам еще пригодится. С модами, то пишите комментарии или ставьте лайк. Поэтому я не знаю, я не знаю, для чего я решил заснять Майнкрафт. Просто тупо мне с тобой играть, решил зайти и поснимать. Это выживание, просто обычное такое выживание без модов. Только разве что вот такое. А, нет. Уже этого мода у меня нет. Чтобы, ну, то есть, смотреть крафты. Так, в принципе, у нас уже достаточно так круто. Можно, в принципе, куда-то пойти на ребенок построить. Люди тоже пригодятся. Все дерево чуть-чуть нарубим. Перья нам тоже нужны будут. Мы, скорее всего, будем потом делать еще. Мы, скорее всего, потом будем делать лук, стрелы. Мухоморы. Так, в принципе, ну, о чем я и говорил. Так, давайте скрафтим верстак. Можно идти, я там видел эту гору. По-моему, я ее где-то там видел. По-моему. Пойдем. Ну нет, мы пока что сюда не пойдем. Потому что сначала нам нужно хотя бы вон ту вот гору. Я думаю, мы пойдем на складь. Тоже ее еще парочку курочек. Мне ее наверняка хватило. Не на весь, конечно, сезон. Я думаю, я, скорее всего, буду снимать, пока я не дойду до иссушителя. Потом уже будет идти второй у нас сезон. А Эндер Дракон, это у нас уже третий. Извините, конечно, за то, что меня так же полагают. Вы на это не обращайте внимания, пожалуйста. Это у меня что-то... приболел, поэтому извините. Так, сейчас мы чуть-чуть убавим музыку, чтобы она не убивала. Шейдер, давайте выйдем.
знаете, у меня шейперы. В принципе, здесь я, наверное, всего и переночую первую ночь. Как сейчас. Гляньте, все красиво. Да, здесь я и переночую первую ночь. Здесь я уже нашел уголь. Ставлю белый стак. Факел. Да. И сюда, потому что здесь я сейчас все буду закрывать. Ну, это я уже специально делаю. Делаем правильную лопату. И идем сейчас накопаем земли. Чтобы закрыть наш проход. Так, что нам нужно? Берем сундук, ставим его вот сюда. Берем два факела, ставим один сюда. И один вот сюда. Берем камень. Так, теперь делаем 16 палок. Thank you.
основа. Тогда мы пока что поставим жариться на печке. Курицу. И в сундук положим нам ненужные вещи. Ну, я сейчас их сортирую. Так, нам нужен будет камень, досок чуть-чуть палок, ну, земли, естественно. О, что нам еще пригодится? Давайте возьмем один лист и, в принципе, все.
если я буду вдруг выращивать, попробуем крипер. Давайте я сейчас, знаете, как сделаю, смотрите.
Даже еще и заборов не хватило. Также я, ну, без съемок я играть не буду. Поэтому насчет этого можно не переживать.
модами. Я еще также оставлю, ну, подсказку, там, ну, проголосуйте, да, или нет. То есть, ну, всем удачи и всем пока.